Если вы бываете летом за городом, то, может быть, обращали внимание на вот таких бабочек. Она летит не порхая, как привычная бабочка, а работая крыльями, как пропеллерами. Пузо ее чем-то смахивает на пузо Карлсона, который живет на крыше. Я решил посмотреть, а как она достает нектар из цветка. Она, наверное, такая же сладкоежка, как и Карлсон. Прикид у нее классный. Черно-красное манто, отороченное сверху мехом. Вот сейчас видно, что у нее длинный хоботок, который она опускает в чашечку цветка. Вот, она подлетела к цветку, еще полному нектара. И видно, как эта бабочка использует свой хоботок, чтобы лакомиться нектаром. Хоботок у нее длиннющий, наверное, длиннее ее лап. Ну а посуда, из которой едят бабочки, создана из нежных лепестков цветка. Когда пьешь сладчайший нектар, не важно, в каком ты положении, важно, что обалденно вкусно.